Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Наверное, многие помнят леденящую душу историю 12-летней давности о том, как 5-летняя девочка вынесла из горящего дома свою младшую сестру, получив при этом 80% ожогов. Имя юной героини было тогда на устах у всей страны. Настя Овчар оказалась между жизнью и смертью. Просто удивительно, как 5-летний ребенок, жизни которого угрожала реальная смертельная опасность, вынесла из полыхающего во всю дома 2-летнюю младшую сестру. Единственное, о чем она тогда думала, признается Настя, не выронить ребенка из рук, ведь до сих пор опыта такого у нее не было. Родители запрещали Насте брать малышку на руки. Украинские врачи сделали все возможное, но срочно требовалась помощь зарубежных медиков. Все пришло в движение в мгновение ока к организации транспортировки, переговорам о спасении Насти в зарубежных клиниках. К сбору средств подключились бизнесмены, политики, общественные деятели, авторитетные медики, просто неравнодушные люди. Казалось, у страны есть одна цель и задача – спасти Настю Овчар. Для срочной транспортировки девочки в США, где уже пациентку ожидали медики Бостонского центра, самолет был представлен президентом Румынии. И хотя у врачей было мало шансов на благоприятный исход, чудо случилось. Перенеся множество операций, маленькая героиня вернулась к нормальной жизни. Закончив школу, Настя поступила в медицинский колледж, мечтая посвятить себя делу спасения человеческих жизней. Она всеобщая любимица, знает несколько языков, совсем неплохо играет в шахматы, побеждая на турнирах, и любит играть на барабанах. В этом году Насте Овчар исполнилось 18. В добрый путь по жизни, маленькая героиня. Счастья тебе, девочка! Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.